кстати, вот это. Ты все хочешь? Мирон, ты все хочешь? Один подарок выбери. Он уже вот это хочет, я знаю. Выбери там один подарок, который... Какой подарок? Вот такой вот... Так, сначала вот такой и такой. Сначала такой, потом вот такой. Ты выбрал, наконец-то, из 1002, да? И да. Определился на двух? Нет, тут не 1000. Я пока... Сначала было вот это, потом вот это. То вторичевские наушники. Сначала вот это, потом вот это. И потом вот это, 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 и потом вот это. Подожди, тут на фоне мои носки. Заново на фоне мои носки. Надо заново снимать, там лежали носки, какой кошмар. А там еще висит Мелисса на полотенце. Ужас. Да, его видно. Ужас. Что, Мирон? Ого, сколько я вещей хочу. У Мирона еще и дырка на колготке. Строительских вещей хочешь? Да. Мирон порезал ножницами себе колготы. Взял дурную привычку постоянно ножницами что-то резать, да? Да. Плохая привычка? Да, есть, Милёша. Мы сейчас с Миланой будем на ночь читать книжку, а Мирон все выбирает себе подарок. Как можно хотеть все? Мирон хочет все, все абсолютно. Вот это да! Я один подарок на завтра выбрала. Мы купим завтра мне лего за А мы поняли, что у Миланы совсем нету лего никакого и решили завтра поехать ей купить лего для девочек. Лего Фрэнс, ля-ля-ля, и мы будем собирать. Подожди, Мирош, у меня там собака лежит, не наступи ее. Мама, у меня Лего Фрэнс. Мама, у меня есть мультик Лего Фрэнс, там есть у меня маленькая, я Мирош, я поняла, что ты хочешь вот это, но у меня нет столько много денег, нету. У меня есть маленький комплект Лего Фрэнс, правда, от той девочки остались только волосы. Есть комплект Лего, но осталась только девочка, от нее остались только волосы. Да, и он совсем был маленький, его неинтересно было собирать. Давайте я покажу, что еще от этого комплекта осталось. Не, Милан, мы сейчас будем книжку читать. Желай, споки-ноки. Мирош, осторожно, там собака у меня. Спокойной ночи всем. И пока-пока. Все, ребятки, пока-пока, спокойной ночи. Сейчас мы вам покажем, как Мирончик кушает в 4,5 года, да, как мама его кормит? Да. Давай, бросай. Надо подуть, да? Давай. Есть мы будем кашу. Мы накормим кашей Мирошу и Милашу, да? Да. Давай следующую. Давай. Бросай. Вот так. Бросил? Да. Крутятся колеса, машина едет. И к Мирону в рот она сейчас заедет. Короче, смысл в том, что Мирон без песен не ест. Ему надо делать самолетик, машинку. Машинка едет через сад. Везет машина виноград в детский сад. Так? Так мы кушаем, да? Да. Осень, конечно, такая красота на улице. Да. Снега выпало вообще. Смотрите, какие сугробы. И не так холодно, как вчера. Сегодня минус 10. Да? Да! Смотрите, какой у меня снежок. Но мы не будем гулять, мы сейчас в Ашан поедем. Смотрите, какой красивый снежок. Класс. Ты снежколепом ты сделала? Да. Класс. Слышите, как снег скрипит? Мы сейчас поедем в Ашан. Я
хочу приготовить имбирные пряники. Мы их что-то так полюбили. Я раньше думала, я их не люблю. Оказалось, я их даже очень люблю. И хотя печь я не умею, но это, наверное, легко. Мы сейчас купим все ингредиенты и попробуем... А я их даже обожаю. И попробуем их приготовить. О, холодно-то все-таки как. Всем привет! Куда ты пришел, сынок? Папа! Что будешь покупать? Отбойный молоток с перчатками. Отбойный молоток с перчатками? Да. Что папа об этом первый раз слышит? Ой, Мирон смешно, я не могу. Ему подарили деньги на Новый год, там такая как вся, нет. Бабушки, дедушки подарили Мирону деньги на Новый год. И Милане. Милана пришла, еще дома решила, что она купит себе Лего. Выбрала, купила. Мирон долго бегал, выбирал. Но ему на самом деле ничего не надо. И он все хватал, и это ему надо, и это ему надо, и это надо. В итоге он взял себе две игрушки. Я говорю, Мирон, ты же понимаешь, что надо будет на кассе твои деньги отдать. Он, не-не-не, я свои денежки не отдам. Я говорю, а как же ты тогда купишь? И он решил, что он денежки сохранит, а купит за папы на денежки. Но я хочу, чтобы он отдал свои деньги. Посмотрим, как будет на кассе. Так, мы ищем формочки для пряников в виде имбирного человечка. Да, Милан? Это все. Ты же деньги потерял. Давайте эти денежки. Сейчас. Нет, это мама. Давай я дам. Подожди, твое еще не посчитали. 105 сколько? 1 гривна у тебя есть? Милана одолжит Мирону 1 гривну? Давайте я отдам. У меня есть все. Нет, давайте я отдам. У меня есть 5. Максим, он еще карточку какую-то засунул. Все, молодец, заплатил. Заплатил, если молодец. Одна. Спасибо. Перекус? Ну, сейчас свалил я. Милаш, прокомментируй, что папа делает, расскажи. Коля, задали сделать кормушку? Да, я чувствую. Мы сейчас ее повесим за нашим окном. Повесили сало? Папа, я моя чувствую, это дырочки, папа, зачем сало вешать? Для снегирей, которые мы обычно едят. И насыпем пшено. Как говорят русские, что мы снегирей едим. Ты ж, Максим, а ты с машины пшено то не достал в сутки? А ты видел его? Там есть судок? Нет. Так надо, может, пшено посыпать? Пшено, да, надо пшено. Так надо его забрать в машине. Или что там у меня еще есть? Макароны, сахар, мука. Там подойдет. Вот какая у Миланы игра. Помните, у нас в детстве тоже такая была кукла, а к ней вот миллион нарядов. Мне кажется, тут больше. Нарядов миллион, а кукла всего одна, которую Милана в первые же 5 секунд почти порвала. Почти, не говори, порвалась. Вот такие туфельки. Вот, подожди, тут же должны быть прорези для туфелек. Вот они и вот. Жалко, что только одна кукла. Лучше было много куклов и много нарядов. Получается? Смотри, там маленькая дырочка такая, засовывай аккуратно. У меня в детстве тоже была такая кукла. Получается? Мирон работает экскаватором. Сейчас мы с Миланой будем собирать такое лего. Это почти первое лего в ее жизни. Так уж сложилось, что как-то моим детям лего не пошло. А сегодня Милана изъявила желание его купить. Мы купили и будем собирать. Мама, так. Ты знаешь, на что я копила деньги? На что? На лего. Так сложилось, что я забыла, что на что я копила. А когда мама мне предложила накупить лего, то я согласилась, как раз и вспомнила. Ого, это столько мелких деталей. Я тоже, конечно, не особо умею собирать. Я думаю, это нам с тобой до утра будет такое. Ой, тут просто рисуночки. Ой, смотри, тут инструкция даже есть для таких
умных, как мы с тобой, да? Так, сначала я... Мы я должны с тобой такое, да, собрать? Получилось, и мы двигаемся по схеме дальше. Я делал, где бокал?